Объект современного искусства снесли в Нижнем Новгороде. В 2015 году у нас в городе праздновали Дни Венгрии. И в микрорайоне «Седьмое небо» установили скульптуру вылезающего из-под земли человека. Уже тогда она вызвала у горожан неоднозначную реакцию. И вот, 9 лет спустя, снос объекта под названием «Прорыв», как и его установка, вновь разделила нижегородцев на два лагеря. Я не знаю, по какой причине я демонтирую. Я не могу сказать, что она радовала душу. На самом деле там страшный дядечка был. Вот. Но все равно это ведь какой-то подарок нам было. Жалко, что сносят. Привыкла, что она здесь. Я очень много лет живу на Мещерке, и здесь она давно. Ну вот я сколько раз тут прогулял, детишкам очень нравилось тут. И лазили, фотографировались. Мне она, эта скульптура, тоже нравилась. Я просто вот буквально позавчера гулял, она была, а вчера пришел, ё-моё. Никакой ценности, по-моему, она не представляла реально. Что-то такое придуманное, надуманное. Она какая-то невнятная была. Что-то прекрасное сделали и разрушить, я считаю, это неправильно. Тут многозначное мнение на самом деле. Потому что детям, например, нравилось по ней лазить. Взрослым не всем нравилось. Действительно, немножко страшноватая фигура, вот вылазающая из земли, как-то вот и сам по себе вот эти как кричит, как будто бы, да, мужик, о помощи, можно так сказать. Ну, непонятно, мне не жалко. Надеюсь, что здесь посадят еще какие-нибудь деревья, потому что здесь очень хорошая прогулочная для людей такая трасса. Такой парк хороший. На наш запрос о причинах демонтажа арт-объекта мы получили ответ из администрации торгового центра, на территории которого он расположен. Из него следует, что скульптура изначально создавалась как временная экспозиция, и с течением времени ее техническое состояние перестало отвечать требованиям безопасности. Ее снос производился с согласия правообладателя и всех участвующих в ее создании сторон. На месте прорыва будет восстановлено озеленение.